Новосибирская область стала успешным экспортером животноводческой продукции. Так, всего за год объем экспорта зерна и зернобобовых в страны Евразийского экономического союза вырос более чем на 20%. При этом в регион из импортных позиций в 2022 ввозили только инкубационное яйцо и мороженую форель. Всем остальным область обеспечивает себя сама и наращивает экспортный потенциал. В прошлом году Китай закупил в 1,5 раза больше мяса птицы, чем годом ранее. 22 миллиона штук пищевого куриного яйца отгрузили в Монголию, а новосибирские предприятия переработки отправили 8 тысяч тонн мороженой рыбы в Узбекистан и Таджикистан. Эти результаты стали возможными благодаря совместной работе правительства региона и специалистов Россельхознадзора, которые обеспечили высокие стандарты качества, ветеринарный и фитосанитарный контроль продукции. И продовольственная безопасность, имеется в виду качественная продукция, это эффективное использование сельхозземель, это и раскрытие экспортного потенциала нашего агропромышленного комплекса. Все перечисленное очень актуально для сибирских регионов в целом, ну и, конечно же, для Новосибирской области.